возьмешь жидкость, возьмешь белило. И понеслась. Да. Сделаешь мокрую сметану, немножко мокрую сметану. Возьмешь бирюзовый и возьмешь вот этот красный. И наморочишь вещества краски на формаз. Там, где свет, там в большей степени красноту. Красноту. Там, где теневые проявления, в большей степени бирюзу, а потом и синеву. То есть такая будет, ну она не бесхитростная, не то, что там что-то сверхъестественное, ну просто начни не с синих только, а с вот этого и бирюзового. Кадмия красного и с бирюзового. И вот наполни, 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 так, чтобы везде было вещества хотя бы вот столько. Смотри. А, сейчас, где у нас бери? Убежали. Вот эти места, где много белости, светлости. Пожарный человек. Вещества, вещества. Не мокрости, а вещества. То же самое. Вещества, но только здесь уже с красненькими чуть-чуть. Прямо пусть лоснится вещество. Это здесь только очень большая. Ну, для того, чтобы смазать, ага. Подойдет точно. Так. Синий, розовый, коричневый. У нас будет чернявенький цвет, которым мы наберем вот эти камни, немножко помоделировав их, как спинки этих бегемотиков. Так вот. Понимаешь? Да. Вот. Немножечко поподбрасываешь цветиков. Вот я вижу там бирюзовенький. Ну ты подложил, еще немножко. И тоже по чуть-чуть их начинаешь уже сбивать. Дальник упакуешь уже с синькой. Полосато, нарочито полосато. Выдвинешь себе еще белил. Вот такие вот есть. И фигуру эту вот так воткнешь, смотри, и начнешь не спеша расширять. Самое главное, чтобы расширение если получится более женская фигура, более женственная, да, не расстраивайся. Там, по-моему, еще какая-то псина вокруг, да? Дурашливым. То есть тоже. Это должна быть просто дурашливая
дурашливое пятнышко в виде псины. То есть не пытаться, чтобы оно было жутко похоже на собаку, а чтобы так, главное, чтобы дурашливо было. Хорошо? Ну, как у него и есть. Давай. Если хочешь, можешь сбрить и предпринять сама, чтобы прям все позбривать и предпринять сама, чтобы прочувствовать. Угу. А хочешь, продолжим? Угу. Какая-то натыкала, да? Натыкала. А, натыкала. Так. И понеслась. Похоже на камни? Вот так выгребаю, а оно похоже. Не, очень много красивых элементов образовалось. Так, ну вторую собаку не будем рисовать, пускай одна будет. Он и она. Вернее, это она скорее, да? И он, собака. Точно. Идея плоской спины. Собака живая, но последние 2 минуты 3 раза повернула. Туда повернет, сюда сидит, стоит. Это точно. Похож на пони. На пони? Нет, вообще так классно. Она смотрит на нее прям. Ищет взгляд вообще. Так, сейчас маленькую кисть возьмем, чтобы там редакцию. Только теперь это кузник. Да? Ничего вы не понимаете в породах. Если вы не будете. Ну такое вот оно. Пустые волосы. Вот это о женском, да, говорит? Да, тоже изломчик. Thank you.
Почему бы и нет? Потому что да. Потому что да. Сейчас попробую, может, какое-нибудь облако там пригодится. Я тоже о небе подумала. Хоть бы? Если хочешь, можешь сейчас, пока вот ты в тонусе этой картины, взять еще один формат, найти какую-нибудь фигурку и сделать то же самое уже произвольно. Вот прям полистай, вдруг найдешь. Потому что это будет здорово. Пока ты помнишь это вот, да, пока память мышц есть.